Приветствую вас. Зависимость, любая зависимость, связана в первую очередь с потребностями, в первую очередь связана с желаниями, в первую очередь связана с определенными эмоциями, и, ну, скажем так, чувством, ощущением, что вам, к примеру, чего-то не хватает, вам, к примеру, что-то нужно, вот, и вы, ну, чем-то нуждаются. И идея заключается в том, чтобы как раз таки с потребностной сферой, как раз таки со сферой потребности вашей и поработать, чтобы понять и определить, за счет чего и как выстраиваются ваши зависимые отношения. Начинать, конечно, имеет смысл, начинать имеет смысл с чувств, да, ваших, в первую очередь, чувств. И того, что вы чувствуете, например, к своему мужчине, к тому, например, что вы, ну, ощущаете к своему мужчине, вот. И это первое. Это первое, с чего вообще говоря, нужно начинать. Это первое, с чего можно начать. То есть вот как раз таки смотреть, как и в чем вы нуждаетесь в человеке. Вот. Ну а дальше уже смотреть и отделять, условно говоря, ваши чувства, да, которые направлены, например, на непосредственно вас. Вот, отделить от чувств, которые направлены, скажем так, на мужчину. Вот. То есть идея, она заключается вот в этом. Это то направление по зависимости, которому вам нужно следовать. Ну, вы тут говорите, что в 17 лет вы также любили,
вот, у вас были тоже зависимые отношения, встречались 6 лет, любили его очень сильно, вот, тут вполне, ну, вполне может быть, что ситуация продолжается, то есть вполне может быть, что вы столкнулись, точнее, с продолжением своих, ну, своих зависимых отношений, вот, и вполне вероятно, что, ну, вполне может быть, что вы мужчину, которого сейчас уже нет, вы его даже не отпустили до конца. Я в этом, конечно, не уверен, я не могу этого утверждать наверняка, но вполне может быть такой момент, вот. Хотя я повторюсь, в этом не уверен, вот, потому что тут нужно ну, анализировать сначала, вот, сперва нужно анализировать, а потом уже дальше, ну, будет понятно, куда и как, в какую сторону вам двигаться, вот, по направлению, куда вам нужно, ну, направлять себя, вот, свои действия, свою энергию, свою силу, вот, я думаю, примерно так, это можно вам здесь описать, ну, примерно так можно описать вам эту ситуацию в целом, вот. Чувствуется, знаете, вот, чувствуется некая такая, как бы сказать, немножко потерянность, что ли, ваша. То есть вы как будто бы говорите, ну да, ну вот, ну да, вот так получилось. Сама там даже не понимаю, как получилось, вот. То есть, понимаете, ключевой момент в том, что вы пытаетесь избавиться от зависимости своей, да, а избавляться от нее именно не нужно. Именно избавляться не нужно. Как бы исследовать ее, смотреть. Да, можно и нужно, но не избавляться, потому что это ваши чувства, то вы сами, по сути, да, тело вашей личности, вот, и ни в коем случае не нужно избавляться от тела вашей личности. Вот. Ничего хорошего из этого не будет. Ну, ничего хорошего из этого не получится. Для вас, по крайней мере. Вот. Просто это демонстрирует, вот эта ситуация демонстрирует, что вы к себе относитесь, возможно, ну, как-то не совсем, ну, не совсем корректно, не совсем как-то вот
бережно, и в какой-то степени вы себя обесцениваете. Вот. Но мне так, по крайней мере, кажется. Вот. Отсюда и, соответственно, такая вот потребность, да, в том, чтобы избавиться от зависимости. Вот. Даже если это не очень, ну, не очень на пользу вам. Вот. Такая штука. Вот, надеюсь, что мой ответ был полезен для вас. Надеюсь, что это было полезно. Надеюсь, что это было познавательно вам. Вот. Если понравился мой ответ, то буду благодарен вам за его оценку в качестве лучшего. Я вам хочу пожелать всего самого лучшего. Удачи и надежды на то, что вы выйдете из этой ситуации.